Татаре у нас коллектив Камильфо. Маково живу, а у нас тут сети нет. Если только на дерево влезть, и то ненадолго, зато волков много. Все мои волки делают тауф. Что это такое? Это импровиз. Не надо все называть импровизацией. Дети, оценки за сочинение на тему «Головной мозг». Итак, Зикареева Дана, 2. Как? Там ни одной ошибки, там сочинение на уровне премии. Знаю. Я читала про мать, которая все лето провела с тремя детьми, которые вынесли мозг. Но я посоветовалась с директором, и мы решили, что мы исправим тебе оценку, если твоя мать, которая это писала, исправит все. Я могу написать, как я провела осень. Как вы провели осень-то, я вижу, но надо что-нибудь про медицину написать. Ну, тогда давайте я попробую. Попробуйте. Итак. Ребят, я снова с вами. Стелла. У вас появился интернет? Да, нам в Сармаково провели 50 гигабайт. Теперь совсем другое дело. Не тянет себя правительство, да. Еще бы, ее сложно протянуть. Дети, так как мы долго сидим у экрана, нам надо сделать разминку для глаз. Повторяйте 5 минут до конца занятия, да. Хотите на последний прикол Галимат Махмудов? Ну, рискни, Мурат. Зажмите на кнопку. Задумав композицию, Шемякин Михаил, земляк наш, знаменитейший художник, он призывал, чтобы каждый человек судьбу свою творил и не был в ней заложник. В центре композиции мальчик и девочка играют в мячик, рядом книги сказочек лежат. Но на глазах у них повязочка, они не видят, кто вокруг стоит. А окружают их, как привидения, 13 высоченных фигур и тянут к ним руки щупальца, вот-вот их души в прах сотрут. Вот худощавый мужчина в одеянии. В руках у него шприц и героин. Олицетворение он наркомании, отрицательный гражданин. Порог воровству облачен свинью, упорно прячущую мешок с деньгами. Набивает лишь утробу свою и еще смеется над нами. А этот алкоголик, толстый пьяный человек, восседающий на бочке с водкой. Забыл он про все и про всех навек. Набить лишь пузо пивком и селедкой. Пропаганды насилия и войны, персонажи в доспехах и противогазах протягивают детям игрушки с бомбой внутри, а дети наивные и рады. Садист в одежде мясника, изображен он носорогом с огромным страшным рогом, но таких ведь, к сожалению, много. А в самом центре порог равнодушия, он возвышается над всеми. Фигура имеет 4 руки, скрещенные на груди, а 2 другие закрывают уши. Страшнее порока нет на земле, ведь с их молчаливого согласия происходит все страшное и горит в огне, от них все беды и несчастья. Как жаль этих милых, прекрасных детей, ведь если победит равнодушие, любой из пороков ворвется в их дверь, и счастье их будет разрушено. На композицию с содроганием гляжу, нет, придет конец равнодушию, ведь мы люди, с оптимизмом твержу, победит все самое лучшее. Я ко всем свой крик обращаю души. Дорогие, долой равнодушие! И не будет ни бед, ни войны. Пусть победит великодушие! Stop, 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 stop
Thumbs up.